Накануне в Элисте прошел праздник, приуроченный к Международному дню семей. Мамы и папы вместе со своими детьми приняли участие в мастер-классах по робототехнике, оригами, изобразительному искусству, работали с войлоком, играли вальчики. Также прошла эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья». По словам организатора праздника, депутата Народного Хурала Ольги Бадмахалгаевой, такие состязания сплачивают родителей и детей, приобщают к совместным занятиям физкультуры и здоровому образу жизни. Каждому ребенку-участнику были вручены сладкие призы, а победители получили подарочные сертификаты.